значение имени Айпара. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква П в имени имеет связь с переменами и оценкой. Буква И в имени говорит о неполноте и чуждости. Символом этого имени по преданию является планета Вулкан, которая связана с огнем и энергией. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Буква Р наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Рядом с владельцем этого имени проявляется много факторов, которые несут денежную энергию и финансовое благополучие. Также эта личность символизирует удачу в сделках. Достаточно просто пригласить его на беседу с партнерами, и можете быть уверены, что сделка состоится с максимальной выгодой. Энергетика владельца этого имени даст вам спокойствие и трезвость соглашений. Человек способен наметить неприступную вершину, покорить ее и, не раздав всех интервью и автографов, отправиться на штурм новой, где ему ничего не знакомо. В любви чаще всего выбирает одного партнера на всю жизнь, но с трудом могут сохранить семью, если им приходится разделять бытовые трудности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.